Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Об. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор флакона для лака 15 мл. Флакон имеет изгибы, в которых обычно застревает лак и нужные частички. Форма флакона не препятствует свободному плаванию лака. Простая форма только плюс для будущего лака. Дно удобное, плоское и широкое. Это сделано для того, чтобы лак стоял устойчиво, не прокидываясь и не перемешиваясь. Крышка с кисточкой удобно располагается в пальцах. Самые удобные формы крышек – цилиндрические. Идеальная кисточка не касается дна флакона. Она средней длины с ровными, собранными вместе ворсинками. Кисточка изготовляется из волокон разной по длине, благодаря чему лак удобно наносить. Ворсинки распределяются равномерно, а кончик принимает форму кутикулы – форма полураскрывшегося веера. Кисточка не расщепляется на отдельные группы, ворсинки не торчат в разные стороны. Еще она не жесткая, не слишком мягкая. Длина и толщина кисти такого размера, что свободно покрывает ноготь и оставляет ровный насыщенный след без разводов. Вот так выглядит данный флакон. Полностью черный. Его легко открывать. Вот кисточка. Покажу ближе. Его легко вот так. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!